Об'єднані нації вимагають звільнити нашу Надію Савченко. Представник управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвіл закликав російську владу негайно звільнити українську льотчицю. Надія не їсть вже 72-го добу. Цього тижня вона відмовилась навіть від ін'єкції глюкози. Зовсім странно було слышати требування об освобождении Савченко от представителей Соединенных Штатов. Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Меня самого пытали разными способами. В Гуантанамо нас доставили по той единственной причине, что там не уважаются никакие права человека, в отличие от американских тюрем. А значит, с нами можно было делать все, что вздумается. Пытали меня главным образом, чтобы заставить подписать какие-то бумаги. Когда я отказывался, меня неизменно истязали самыми разными способами. Они испробовали всевозможные методы, чтобы сломить нас. От психологической обработки до физического воздействия. Так было и со мной, и с другими арестантами. Любой отказ карался пытками. Меня пытали электрошоком, имитацией утопления и другими способами. Мне доводилось видеть среди заключенных мальчишек 9-12 лет. Мне тяжелее было смотреть, как этих детей избивают у меня на глазах, чем переносить пытки самому. Уверяю вас, дорогие коллеги, я думаю, что вы это многие понимаете. Если бы Надежда Савченко в аналогичных условиях оказалась в Соединенных Штатах, ее судьба была бы предопределенной и печальной. Она бы никогда света белого не увидела. А что касается нашего расследования, то... Мы исходим из того, что следствие, если понадобится суд, определит ее вину или невиновность. Ну и хочу сказать, что непонятно, на каком основании господин Шиманович использует свой ООНовский пост для призывов к освобождению Надежды Савченко. Мы считаем, что господин Шиманович просто нарушает статью 100 и 101 Устава Организации Объединенных Наций, который требует обеспечить высокий уровень компетентности и добросовестности персонала и беспристрастность при исполнении им своих обязанностей. Так что...